Сегодня мы была один из часов ровно и оперативно дежурного ЮСДН. Тольятти поступил сигнал о том, что здание МБУ школы номер 28 заминировано. Администрация учреждения была незамедлительно организована эвакуация детей и сотрудников. В течение 4,5 минут 792 ребенка и 69 взрослых покинули здание школы. Родители учащихся младших классов были оперативно проинформированы о ситуации и смогли забрать детей домой. Как сообщил директор МБУ школы номер 28 Сергей Тарзанов. В настоящее время кинологи со служебными собаками завершили обследование здания, взрывчатых веществ не обнаружено. Учреждение приступает к работе в штатном режиме.